Карл, 100 рублей. Есть любимые художники? Назовешь пару-тройку навскидку. Понимаешь, если я назову своего любимого художника, то это будет очень навскидку. Это шутка. Я имею в виду, блядь, Марк Ротко, Бетховен и Шуша, блядь. Мои любимые художники, это которые мне аватарки рисуют, короче, ВКонтакте. Дарья Гайер, мой любимый художник. Отъебитесь, блядь. Любимые художники. Я, блядь, нихуя не знаю никаких художников. Чего вы несете? Я единственное, что я могу сказать, я вообще не понимаю всякую хуйню типа Кандинского. Вот, блядь, Кандидонский, нахуй, просто говно какое-то сраное. Блядь, какие-то треугольники ебаные. Я типа, у меня очень примитивные представления о том, что такое изобразительное искусство, да. О, Кандинский, да, был такой чувак, Кандинский in the Sky, блядь, давно я его не видел. У меня очень примитивное представление об искусстве. Я помню, я ходил по Лос-Анджелесскому музею современного искусства, который Лакма, значит, и охуевал то, какое говно там висит, блядь. То есть, типа, какого хуя это вообще, типа, кому-то заходит? Люди совсем ебанутые, что ли, блядь. То есть, ну, у Марка Шагала есть прикольные картины. То есть, мне нравится вот «Еврейский скрипач» там и так далее. Вот, ну, в принципе, так можно любую его картину назвать. Но в плане там Кандинский, там этот, блядь, Лисицкий, или как там его зовут, блядь. Я не помню. Звали. Не помню, блядь. Говно это все, хуйня. Я такое не приемлю в плане искусства. Малевич, большая часть Малевича, блядь. Причем эти долбоебы еще будут как бы лезть в залупу, фанаты говна будут лезть в залупу на тему, типа, нет, ты путаешь, блядь, супрематизм с, блядь, аналпиздизмом, нахуй, еще, говорит, да пошли вы нахуй, вы блядь, треугольники-то ебаные с палочками рисуете, вы че, блядь? Вы вообще хуели, что ли? Долбоебом. Как тебе Рерих? Не, ну Рерих туда-сюда еще. То есть, нет, я понимаю. Ну, не, ну у Рериха реально там типа картины, блядь. Типа, ну, нарисовать треугольник, это, блядь, не картина, это треугольник, нахуй. Че вы, блядь? Че мозги ебете своим говном ебаным? И что случилось с американской поэзией в конце 20 века? В какой-то момент стало вообще непонятно, о чем это. Ну, поэзии просто... Понимаешь, в чем дело? Тяжело изучать искусство в то время, когда это искусство появляется, да, когда ты современник. Потому что, ну, вот когда ты изучаешь искусство 19 века, ты просто не найдешь уйму говна, которая публиковалась в то время. Ты ее не найдешь нигде. Она типа малоизвестная сейчас, она не выжила. Она не прошла просто естественный отбор культурный. Вот, из 19 века там что там остался? Эдгар По нахуй остался, блядь. Там Уолт Витман остался нахуй и так далее. Говно не осталось. Лонгфелло остался, и то плохо остался. Брайант остался, и то благодаря одному стихотворению и так далее. Вот. А когда ты живешь сейчас, ты просто видишь уйму говна, которая публикуется прямо сейчас. Просто через лет 50 будет понятно, как бы. Есть весна покажет, кто где срал, блядь. Ёпта. Искусство так и работает, блядь. Если это, конечно, не изобразительное искусство, где можно нарисовать, блядь, нахуй, типа закрасить холст красным цветом, блядь, провести нахуй белую линию посередине и сказать, я Марк Ротко, блядь. Дайте мне миллион за это говно теперь.
То есть, ну, это лютый кал. Порождение, кстати, типичное порождение капитализма. Это то, чего, кстати, тупые провоки понять не могут, что дегенеративное искусство, где там галерея фотографий анусов и так далее, это, ну, это не коммунисты, блядь, прокрались нахуй в изобразительные школы и все обосрали нахуй, набрали в задницу краски и перданули на холст, значит, всем талантливым художникам. И это не так работает, блядь. Это наоборот, рынок порешал, нахуй. Рынок порешал искусство, все, в пизду. Искусство нормально. Искусство, самое пиздатое искусство было, когда были придворные композиторы у королей, блядь. Придворные композиторы, придворные поэты, блядь. Придворные, нахуй, блядь, все художники и так далее. То есть, когда на царские деньги, блядь, Гайден, блядь, придворный композитор британской королевской семьи ебошил, блядь, как станок, блядь. Выдавал на гора классику, мировую, блядь, классику. Да это, блядь, было нахуй искусство. А как только это прекратилось, началось что? Начался Шейнберг, блядь. Шейнберг начался. Лунный Пьеро, блядь. То есть эгалитарное, либеральное, капиталистическое, прогрессивное общество нам дало, блядь, Шейнберга. Блядь, лунного Пьеро Шейнберга, блядь, оно нам дало. Оно дало нам, блядь, Эдибука этого, Бернштейна, нахуй. А тональное говно оно нам дало, блядь. Мишугу оно нам дало, нахуй. Дрим Театр, блядь, Гаджиру и прочее говно. Идиотская, блядь, сраная. Ну, короче, кал. Ну, такое, по-бродскому из прошлого искусства остается не лучшее, а почти случайно отобранное. Типа Боротынский, может быть, ценнее Пушкина. Не, ну может быть, но мы помним все равно, кто такой Боротынский. Понимаешь, в чем дело? Просто там есть уйма поэтов, которых ты фамилию не сможешь назвать. Я вот об этом, я о таком отборе говорю. Вот. То есть Бродский, он все-таки не единственное, что как бы осталось из его времени. То ли дело социалистические деятели искусства. Не, ну, ложная дихотомия. Я вообще про социализм нихуя не говорил. Я говорил про монархию. Про аристократию. Дело не совсем в рынке, скорее в том, что искусство в массы пошло. Ну... В этом-то и есть капитализм. То есть, если мы каким-то хуем что-то там не допускаем до масс, у нас капитализма нет, потому что у нас рыночные агенты не равны. То есть, поэтому, собственно, мы и не можем сказать, что, блядь, в средневековой Европе капитализм был. Ну, рынок-то был, был. Банки были, были. Векселя были, были. Чеки банковские были, были, блядь. Все было нахуй. Транснациональные компании были? Были. Торговые сети были? Были. Чё там, блядь? Рэкет, нахуй, был? Был. Всё нахуй было. Рынок просто был гигантский. В бронзовом веке, блядь, рынок был? Был. Деньги были? Были. Банков не было. Да, банков не было, векселей вроде бы не было и так далее. Договора были? Были. Торговля была как бы типа, общемировая. Ну, более-менее. Ляпис-лазурь доставить из Афганистана в Египет могли. Капитализма-то не было. Это тогда получается все говно, кроме аристократических обществ. Ну да, но просто аристократические общества, они сами по себе все разные. Понимаешь? То есть...
Никнейм 100 рублей. О, начинается. Капитализм, монархам и аристократам всех стран штаны насрал. Ясно, понятно. Как это следует из того, что я сказал? Капитализм монархам не насрал никуда, блядь. Монархи нахуй пропали. А при капитализме искусство, блядь, дегенеративное. Ну и то факт. То есть, ты можешь, конечно, спорить. Но ты как бы сышь против ветра тогда. Потому что, ну, то, что сейчас искусство стало калом, а было охуенное, ну, это типа факт просто. То есть, это можно чисто из чувства противоречия, как если ты подросток, как бы спорить, типа, нет, блядь, хип-хоп это великая, сложная, нахуй, блядь, музыка, но все понимают, что это либо пиздеж, либо троллинг тут. Третьего не дано. Понятно, что Моцарт объективно пизже, блядь, как бы, чем Тупак, нахуй. То, что, блядь, Моцарт это, блядь, Моцарт, а Тупак это, блядь, Тупак. И все, нахуй, ничего тут, блядь, дальше объяснять не нужно. Если нужно, то дегенерат просто, как бы, и все. Тебе, значит, с тобой, в принципе, говорить не обязательно абсолютно. Это даже не то, что не обязательно, а вредно. Соси мой хуй, соси хуй, быдло, быдло, быдло. Соси мой хуй, соси хуй, быдло, быдло, быдло.